всей души приветствуем вас на празднике, в котором главенствует песня. На всероссийском конкурсе «Русская песня 2018». Ежегодно наша гостеприимная оренбургская земля собирает всех почитателей уникального, самобытного памятника культуры, в котором живет душа русского народа, русской песни с разных уголков нашей страны. Сегодня на сцену конкурса выйдут 62 участника, творческие коллективы и отдельные исполнители. Это около 600 человек, а если быть точнее, 572 участника. Это представители Республики Казахстан, Алтайского и Красноярского края, Удмуртской республики, Мариэл и Башкортостана, Свердловской, Самарской, Саратовской, Челябинской, Курганской, Тюменской, Омской и Оренбургской областей. Приветствуем аплодисментами участников. Конкурс стал правопреемником традиции телевизионного конкурса «А песня русская жива», рожденного на оренбургском телевидении в начале 90-х прошлого века. У его истоков стояла оренбургская журналистка, поэтесса, заслуженный работник культуры Российской Федерации Евдокия Горбанская. С 1997 года культурный проект продолжил свою творческую биографию как областной конкурс «Русская песня». Спустя 10 лет он стал межрегиональным, а в этом году ему присвоено звание «Всероссийский». Уже традиционным стало условие. Одна из двух песен по принадлежности должна относиться к Оренбургской области или являться произведением одного из композиторов Оренбуржья. Произведения оренбургских композиторов давно получили заслуженное признание и любовь своих почитателей как в нашей области, так и далеко за ее пределами. Их творчество искренне и многопланово. Оно уходит корнями в традиционную народную культуру нашего родного края. Кто станет лауреатом, дипломантом, обладателем гран-при, решит сегодняшний конкурсный день, на котором будет вершить судьбы наше многоуважаемое и высокопрофессиональное жюри. Под ваши аплодисменты представляю его состав. Заслуженная артистка Российской Федерации, художественный руководитель Государственного академического сеймона Русского народного хора, профессор кафедры хорового и сольного народного пения Российской академии музыки имени Гнесиных Светлана Игнатьева, город Москва. Хормейстер, специалист по народно-певческому жанру Государственного российского дома народного творчества имени Поленова Лидия Рогачева, город Москва. Российской Федерации, народная артистка Республики Мордовия, солистка областной филармонии, преподаватель кафедры вокального искусства Оренбургского государственного института искусств имени Ростроповичей Юлия Учватова, город Оренбург. Доцент кафедры вокального искусства Оренбургского государственного института искусств имени Ростроповичей Светлана Банникова, город Оренбург. Заслуженный деятель искусств России, народный артист Российской Федерации, художественный руководитель Оренбургского государственного академического русского народного хора, профессор, заведующий кафедрой хорового искусства Оренбургского государственного института искусств имени Ростроповичей Владимир Позднеев, город Оренбург. Председатель жюри, народный артист России, лауреат государственных премий, магистр искусств Академии наук Сан-Марино, художественный руководитель Центра русской культуры, искусства и образования Владимир Девятов, город Москва. Внимание, важная информация для всех участников. Фонограммы приносить звукооператору не раньше, чем за два коллектива до выхода на сцену. Обязательно в формате MP3. Носитель телефон не принимается. Во время конкурсного выступления по залу не ходить.
В зал не входите, из зала не выходите. Все это нужно сделать во время смены коллективов на сцене. Внимательно следите за порядком выступления творческих коллективов. Возможны изменения. Конкурс будет проходить в следующем порядке. Вокальные ансамбли, возрастная категория 12-18. Фольклорные ансамбли 12-18. Стилизованные фольклорные ансамбли 12-18. Солисты от 12-18. Народный хор, семейные ансамбли, фольклорные ансамбли 18-30. Стилизованные фольклорные ансамбли 18-30. Солисты от 18 до 30. Вокальные ансамбли 30+. Фольклорные ансамбли 30+. Стилизованные фольклорные ансамбли 30+. Солисты 30+. Мы желаем всем участникам удачи и хорошего выступления, а нашему уважаемому жюри плодотворной работы. Открывает конкурс в номинации «Вокальный ансамбль», возрастная группа 12-18 лет, народный детский ансамбль песни и танца «Зернышко». Руководитель, заслуженная артистка Российской Федерации Галина Еремина, хормейстер Алена Орлова, город Оренбург. В исполнении коллектива прозвучат два произведения. Свадебная песня Волгоградской области «На восходе солнца ясного» и музыка Владимира Позднеева, слова Павла Рыкова «Над раздольной степью». Yeah.
композиции «Фольклорный ансамбль», возрастная группа 12-18 лет, на сцену приглашается образцовый фольклорный коллектив «Воробейка». Руководитель Светлана Дубовик, концертмейстер Валерий Саксонов, хореограф Александр Чернов, город Екатеринбург. Прозвучат произведения «Баллада уральских казаков Оренбуржья», «Ой, на горе снежок идет» и уральская шуточная песня в записи Льва Христиансена «Тёлочка».
молодая группа 12-18 лет. На сцену приглашается образцовый ансамбль русской песни «Зоренька», руководитель Ирина Варламова, концертмейстер Николай Исаков, город Кумертау, Республика Башкортостан. Казачья песня Оренбургской области «Долина, Долинушка». Второе произведение. Музыка Григория Пономаренко. «Казак, казачок». Долина, Долинушка. Поэтой долинушке гуляла детинушка.
Конкурсную программу продолжает номинация «Сольное пение». Возрастная группа 12-18 лет. На сцену приглашается Лада Баженова, руководитель Елена Кемера. Ясненский городской округ Оренбургской области. Хороводная песня Оренбургской области в обработке Елены Кемерер «До дна с по морю». Частушки «Воронежская разнесуха». До дна с по морю.